Привет, подписчик. Сегодня я буду, как и обещал, апать Фрэнка на 20 ранг. Потому что я обещал, когда наберется под моим видео обзор моего аккаунта в БС, я сказал, что если наберется 5 просмотров, то я буду апать Фрэнка на 20 ранг. Вы набрали 5 просмотров, вот я апаю. Постараюсь играть в награде за поимку. И я вот думаю, вам снимать через паузу или прям, ну, показывать, как я играю. Я думаю, что через паузу, потому что, ну, показывать это будет слишком длинный ролик. Ну, и тем более, мне так будет легче через паузу, так что буду через паузу. Так, подписчики, я продолжаю. Первый раз я выиграл. Я что думаю, как-то это было очень сложно, мы прям закомбэчили. Потому что счет был 24-20, и тут мы просто взяли и сделали 27. И это было очень сложно, так что я лучше поиграю. Кстати, зачистка есть. Можно попробовать поиграть в зачистки, тоже через паузу. Начинаем. Так, в зачистке мы тоже затащили. И нам осталось затащить еще 2 раза. Надеюсь, мы сможем. Итак, подписчики, эту катку мы тоже затащили. И я надеюсь, что мы затащим, но у меня уже другой план. Сейчас расскажу, какой. Я сейчас просто возьму ШД. Одиночно. И просто буду ждать в кустах. Надеюсь, сработает. Короче, подписчик, у меня почему-то вырубилась камера, но я догадываюсь, почему. Потому что я вот на вот этой фигнюшке немножко... Ой, ё-моё, куда он пропал? На вот этой фигнюшке нажал не паузу, а вот этот вот квадратик. Ну вот, я апнул Фрэнка. У меня первое место было в ШД одиночном. Если не верите, вот, смотрите. Данные боя. Повтор. И сейчас я вам покажу. Вот за тут баночку добываю, все тут баночку добывают. Ну, короче, у меня тут были такие моменты, прям страшные. Вот, смотрите, я сижу, там где-то рикошет будет подходить. А рикошет даже здесь. Сижу, я никого не трогаю. Ой, ё-моё, немножко перемотал. Я захожу, и тут динамайк просто появляется. Он использовал гаджет, но я его добил. И тут ко мне пристает рикошет, и я от него со всех ног бегу. Прячусь вот здесь. Он сейчас будет стрелять, но мимо. Готовлю ульту, но я думала, он подойдет, но он не подошел. Так. Я тут выхожу, вижу баночку. Вот там Леон, у него будет 4 банки потом. Походу он Биби убьет. Вот он меня уже этот... Почти не стик. Тут у меня пузырь еще делать. Я тут добил Леона. Потом ультой бац. И убил. Я так тогда испугался. Ну вот. Делаем вот так. Столкновение. Я немножко этот... Ну, короче, она тут ныкалась. Вот. И я как бы хотела убить. Вот она тут этот... Она попалась под стан, я ее убил. И вот первое место у меня в кармане. И вот 20 ранг. Вот у меня я нечаянно нажал на это, поэтому я сейчас делаю это все через склейку. Добавлю интро. Это все склею, и вот. Я вот думаю, что бы такое уже на следующий видос загадать, кого бы на 20 ранг там апнуть. Ну, слушайте, можно с Энди. У Сэнди как-то не знаю. Кого еще? Биби есть. Так. Ну, если честно, не знаю. Как-то Сэнди не очень хочется. Давайте просто буду выпускать ролики всякие. Вот. Что-то еще у меня есть. О, скоро будет мега ящик, могу его на камеру открыть. Но если что-то выпадет, то выложу видео, если ничего не выпадет, то не буду выкладывать. Вот
мне вот этот спрей. Это только с Brawl Pass. Какие тут спреи вообще есть? Кстати, Байкер Карл. Давайте его испытаем. Он, интересно, Brawl Stars тебе прикольно же, типа, на мотоцикле ездить. Я завел мотик и поехали. Вот. Прикольно, на такой ноте будем заканчивать. Всем пока-пока.